Добрый день, уважаемые друзья! Хочу вам рассказать, как я строил дачу. Вот он мой домик, который сделал своими руками из бруса. Хочу поподробнее рассказать, что, как я делал. Ну, начнем с фундамента. Фундамент у меня ленточный, так сказать, то есть каркас, сваренный из арматуры на 12, вот, и лежит фундамент прямо на песчаной подушке. Я его не зарывал, так как у нас здесь 30-40 сантиметров копнешь — вода. Вот. Поэтому он мне просто лежит на песчаной подушке. Вот он фундамент, длина, ну, длина по крыше 7 метров. Вот домик из бруса. Брус, значит, 150 на 100, ложил на ребро, сверлится на 3 сантиметра, сверлится вот здесь углубление, ставится гвоздь, пробивается сюда пробивается он. Для чего здесь вот углубление? Для того, чтобы когда брус садится, чтобы он, этот гвоздь, не вылазил, не поднимал этот брус. Поэтому засверлим такое отверстие на 12, ставим гвоздь, пробиваем его сюда, в этот брус, и так далее, через каждые полметра. Вот это сделал для, буду обшивать пенопластом. Это углы. Сделал углы. Потом надо будет обшить весь брусом. Покрыть металлочерепицей. Ну, отделка, наружная отделка еще не сделана. Пластиковые окошки. Это вот предбанник. Пластиковое окошко. Это веранда. Туалет. Вот окошко в мойке.